Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой поиграем в Thief Simulator. Thief, не в смысле Thief как болезнь, а в смысле симулятор вора. Вот, скоро выйдет вроде бы как бы вторая часть симулятора вора, мы поиграем с тобой в первую симулятор вора, я ни разу не играл в нее. Вот, где-то у кого-то видел краем глаза, ну короче, симулятор вора просто воруем, просто мы воры. Вот, поиграем с тобой в симулятор, поворуем, что-то поделаем, не знаю, такой, знаете, симулятор. В общем, вот. Говорят, игрушка прикольная, но говорят то, что она хреново оптимизирована, потому что это великолепные инди-проекты, которые ни хрена разработчики не оптимизируют, ну, потому что им лень. Вот. У них нет денег, у них нет возможностей, у них нет ничего. Вот. Видите, как долго грузится? Да, эта игра весит, по-моему, 6 гигабайт. Я не удивлюсь, если сейчас у меня будет 30 FPS в игре. Так. Так. Так, это наш первый задание, что ли, или что сразу? Что это такое? Винни. Здорово, это я, Винни. Возьми вот тот лом и слушай меня внимательно. У нас полно дел. Подожди, Винни. Сначала, Винни, мы должны зайти в настройки, чувствительность мыши и убавить нахрен в минимум. Да. Еще должны зайти в настройки, еще убрать. Потому что у нас же разработчики думают, что мы здесь все какие-то ненормальные люди, которые играют с великосенсой. У меня, кстати, на мышке стоит 800 DPI. На мышке. Или 400 вообще. И мне приходится еще в игре убавлять, потому что ужасный пинг. Ой, пинг этот. Так, Е, ну-ка. Угу. Ломбарди внесли за тебя долг. Они щедрый народ, но любят принцип. Ты мне, я тебе, если ты понимаешь. Давай посмотрим, подойдешь ли ты для этой работы. Грабани этот дом, который крайний. Т, быстрый доступ. Подождите, слот выберите по умолчанию на один. Инвентарь Escape. Инвентарь. Слот для быстрого... Лом, подожди, а как мне бросить? Не знаю. Быстрый доступ, Q. Ага. Быстрый доступ у нас есть, Q, у нас есть вот это, так, быстрый слот, красться, сломать. А сломать-то я чем должен этим? Вот этот крайний дом нам надо грабануть, правильно? Давайте уберем ломик, мы прикинемся, что соседом, который лунатит. Прокрадитесь под окном. Опа. Тут хозяева, ребят. Что? Избегайте света. Понял. А как нам избегать света? А сохранение здесь как у нас вообще работает? Вообще непонятно. Опа. Ты гляди, какой-то дебил оставил на полу фонарик. Забери его себе, только смотри, чтобы никто не заметил света и не вызвал копов. Ага, избегать света. Фонарик, значит, могут увидеть. Фонарик. Так, подождите. Чего? Подождите. А фонарик где? Фонарик. А быстрый слот нельзя, а фонарик как действует? А, F. Понял. А ничего то, что там соседи. Разбить окно не очень-то хорошо. Ну, потому что там эти... так, подожди. Забраться. Е, больно много как-то этих. Управление какое-то непонятное немножко. Включить фонарик. Отлично, пора заняться перераспределением деньжат, так сказать. Ага. А что воровать надо? Я думаю, надо на присядки ходить. Так, ей открыть, подожди, удерживать, открыть медленно. А что, туалет можешь своровать? Я, может, у меня, может, нету.
Господи, какой здесь сральник, что здесь воровать? Ты посмотри на стену ужасную. Зато ботинки стоят на полке. Так, а воровать-то нечего, ребят. Опа, это что? Это 15 баксов. Это 15 баксов и кастрюля. Нужно ли мне воровать чайник и кастрюлю? Думаю, что нет. Украдите что-нибудь сейчас. Работаем над этим. Работаем над этим. Старый тостер, он никому не нужен. Давайте мы вор какой-то не очень. Ну, чем пришли вот воровать? Ну, что здесь воровать? Давай честно. Что? Кастрюлю, блядь. Чайник. Чайник, ну давай чайник украдем. Кастрюлю. Какой-то мой старый тостер. Время смываться, чувак. Залезай в машину, смотри, чтобы никто не увидел тебя сломан. Ну, давайте так украдем. А я могу выйти как человек? Подождите. А как мне выйти? Мне обратно надо... Подожди, а можем выйти через дверь? Ага, мы не можем выйти через дверь. Перепрыгнуть через забор можем? А как вообще хозяин сюда заходит? Тут же все заросло. Здесь никого нету. Ага, в левом нижнем углу, там где время, у нас показано, как нас видно. Показано, как нас не видно. А как выйти к машине-то, ёпать мать? Подожди, я реально что-то туплю. А там обозначения какие-то есть. А почему я не могу здесь перемахнуть? Она уже на панике. Подождите, я что-то туплю. Ну, я не понял, извините, да, ребят, я вот такой тупой, я не понял. Там, ну, я бы через забор бы перемахнул бы и все. А, здесь окно бы, извините, ребят, не видел. Ну, извините, ну, реально не видел. Нам куда? И? Сядьте в машину. Я хочу сесть, он не садится. Только сейчас. Сел. Поехали. Как ехать? Охренеть, симулятор еще вождения. И куда ехать? Так, ВСД ехать, изменить вид камеры. А может, с видом от третьего лица? О, господи, как она едет. Покиньте локацию. Кстати говоря, да. В смысле, нам вообще покинуть локацию, в смысле уехать туда, что ли, или куда? Да, видимо. Скрытность 5 звезд, бонус опыта 7, а, воровство закрыть, ага. Чайник, кастрюля, старый тостер. Лучший вор, ребят, лучший. А зайдите внутрь, зашел. Шикарно, может, дело и выгорит. Иди поспи, продолжим разговор утром. А, здесь наше типа место, да, где мы это... Да, хреново, мы что-то в гараже, да, живем. Ну... Ну как такое себе. Так, поспите у себя дома, спать. Давай до 5 утра.
Ух. Проверь свой компьютер, мне нужно рассказать тебе о паре вещей. Я не могу. Потому что у меня нет хакерства. Электроника уровень 1. Я не могу, кстати, подожди. А, или вот это. А это не компьютер? Через Tools что-то там вы сможете закупать новые снаряги, закупить новые снаряги. Но всем этим добром еще надо уметь пользоваться. Щелкните по Steals Yours Forum. Тут ты можешь купить всякие секреты. Инфу о том, где лежит, как охраняется, кто двери не закрывает. Ну, ты понимаешь. Глянь, что я написал про Greenview 109. Уязвимость безопасности дома. Возможное местонахождение добычи. Ага, уязвимость безопасности дома. Ну, купить, допустим. Поврежденный деревянный забор за домом легко сломать. Старый телевизор немало стоит. Старый телевизор немало стоит. Запасной ключ от двери лежит в ящике. Дом никогда никого не бывает. Отлично, теперь иди к своей машине. Так, дом какой-то 109, да? Мартина. Угу. Старый телевизор немало стоит. Сначала сбагри добычу в ломбард. На Greenview 9 тебе надо прийти налегке. Это сюда, что ли? А где ломбард? Продайте вещи в ломбард. Запасной ключ от двери лежит в ящике. А где ломбард у нас? А ломбард, ну, не у нас, да, здесь, как я понимаю. Ломбард. А, вот как. Интересно. Интересна функция, давайте. Ломбард. Так, я приехал. Welcome. Да, здорово. Блин, тебе лифчик надо носить, чувак. У тебя сиськи. Так, чайник за сколько возьмешь? За 8. Продать. Кастрюлю за 8. Тостер за 3. Лучший вор. Настало время Greenview 109. Достань мне оттуда телек и не вздумай загнать его кому-нибудь. Такое ощущение, как будто играем в каком-то мире бомжей. Воруем тостеры и... А, не туда поехал. Воруем тостеры и... Это я где? А, это тачки, чтобы утилизировать, понятно. Это, видимо, воровать тачки. Greenview 109. Вон, вижу. А мы, кстати говоря, едем днем. Загрузите его в багажник машины. Мы едем днем воровать. Нормально. Днем-то хорошо воровать. Я просто прогуливаюсь. Так, надо сюда подогнать тогда тачку. Не понял. А что, тачка куда-нибудь подгоняется? Да ладно. А, нет, это столб нам мешал. Багажник сразу откроем, типа. И пошли работать. Старый телевизор. Лежат в ящике. В каком-то ящике старые ключи лежат. А в ящике в каком смысле? В каком ящике именно лежат? Может, в этом ящике какого? В... А в каком ящике-то? Ну, в каком-то ящике. В мусорном ящике, что ли? Укрыться. Нет. Навряд ли. Украдите старый. Ага, вот он. Видимо, вот он. В каком ящике лежат?
Запасной ключ от двери лежит в ящике. В ящике стола дома, то есть не снаружи. Я понял. Никто нас не заметил? Хорошо. Пошли дальше. Берем мусор. Воруем мусор? Нет. Деньги? Ни хрена себе. Деньги на полу лежат в туалете. Вот это да. Тостер, конечно, берем. Это очень... Кастрюля обязательно. Это моя любимая теперь. Я теперь буду рвать только тостеры и кастрюли. Сковородку, конечно. Ключ тоже возьмем на всякий случай, пускай будет. Ну, потом... Потом что-нибудь. Деньги везде валяются, ребят, прикиньте. А все, в принципе, здесь больше чего нет. А что они как все хреново живут? Ну, вообще очень бедные. Они настолько бедно живут, что мне даже как-то стыдно немножко их это. Ну, стыдно немножко их грабить. А как положить в багажник? Ага. Все, я сделал. Здрасте. До свидания. Я уезжаю. Вот так вот, ребята. Ты чё, быстрое поручение? Быстрый доступ. А вы можете добавить предмет в слот быстрого доступа, чтобы доставить их быстрее. Откройте инвентарь. Например, нажмите быстрый слот. Зачем ему от телевизора? Мы в какой-то живем, я не знаю, в какой-то стране очень странный дом. Домой, наверное, надо ехать. А мы там кроме... А ну, кастрюли мы еще брали. 5 звезд, все нормально. Не забывайте тратить не используемые очки навыков, а вкладки навыков. Окей. Не вижу, тебе удалось достать телевизор. Зайди на Black Bay. Black Bay. Это где? А, компьютер. Black Bay. Что это? Я сделал страничку для этого телевизора. Зайди на нее и продай его. Я сделал страничку. Старый телевизор. О, продать. Отлично работает. Теперь щелкну во вкладке Rent. Тут ты найдешь дополнительную работенку. Я выложил заказ специально для тебя. Вон тот, с посудой. Разбейте посуду. 110 бейкера. Ладно, теперь езжай в 110-й и побей там посуду своим ломом. Ага, здесь задание, здесь... Воровские контракты какие-то. А нам куда надо? 110-й. Уязвимость безопасности дома 111-го можем купить. А, мы можем здесь продавать запчасти, электроника, кухня, кастрюлю. О, за 32. А, то есть можно не в ломбард продавать, а именно тому, кому надо. Игрушечная машина красная, игрушечная машина красная. То есть 5 игрушечных машин и 13 тысяч. Или желтых игрушечных машин надо найти. Охренеть, и 13 тысяч за 5 игрушечных машин. Чайник 16. Радио. Угу. Кубок. Угу. Так, здесь можно будет купить перчатки для скалолазания. Автоотмычка. Разбор ценностей. Взлом сейфа. Стеклорез. Хакинг. Микрокамера. Бинокль. КПК хакера. Очки ночного видения. Ноутбук хакера. Охренеть. Разбейте посуду. А как здесь вообще сохранение-то происходит? Мне бы вот интересно вот. А, с контрольной точки. Угу. Угу. Навыки. Так, взламывайте простые замки отмычкой. Изучить. Изучили. А у нас больше нету, да? Угу. Бросайте кирпичи. Оцените большие приметы, понятно. Так, ладно, разбить посуду в доме 110.
Поехали. 110-й дом. Сейчас разобьем посуду. Все сделаем. Сейчас все сделаем. Все профессионально и классно. Все будет как надо. 110-й дом. Где он? Кстати говоря, заметь, мы ездим днем. Как бы мы настолько... Почему они так все бедно живут? Ребят, тихо. Машина вообще не управляется. Почему они все так бедно, ребят, живут? 110-й, это ты? Так. Тут какие-то люди ходят. 110-м надо всю посуду разбить. А как туда попасть? Надо было, наверное, про 110-й дом что-то купить, наверное, какую-то информацию. Да? Потому что мы уже к 111-му зашли. Да, наверное, как-то... А как к 110-му-то? Только не говорите, что надо как-то... Вот так можно. Можно вот так, ребят. Смотрите, окна зарешочены. Не просто так. Профессиональный домушник Волгенплей сделает все как надо. А что, это ничего нельзя своровать? Что, бутылки пустые не хочешь воровать? Подожди, 110-й там. Подожди, а как нам к 110-му подойти? Простой отмычки нет. Здрасте. Я ваш сосед. Так, 110-й вот. Пошли. Оказывается, ничего не надо было искать. Все нормально. Ать, зайди, пожалуйста. Ты зайдешь? Отмычка, все понял. Херак. Нормально. Все нормально, тихо. Так, сначала, конечно, мы поворуем все чайники. Очень важная вещь. Да, все сковородки. Все эти тоже воруем, аккуратно ходим. Кстати говоря, могут быть хозяева, да, чайник обязательно. Самая любимая кастрюль, самое главное, ребят. Кроссовки можно? О, деньги. Пустенько. Ага, если что, откроем. А хотя зачем я, кстати, окна ломал, если можно, наверное, их открыть. А, так, разбейте всю посуду в доме. Это вся посуда. Отлично, теперь подойди, купи себе простую отмычку. Пойди, купи себе. Давайте выйдем. Здрасте. До свидания. Что? Да блин, да, незаметная, да, незаметно, да, свет. Фонарик. Нежелательное внимание, да. Нежелательное внимание, большие предметы. Да, большие предметы, да. Вот обучение, я уж понял, что надо. Все, поехали. Купи простую отмычку. То есть нам надо, получается, нам надо назад, да, домой. Домой там купить отмычку.
Ну, поехали. Давайте в ломбард сначала. А не надо в ломбард. Надо в ломбард ехать перед выездом в этот. Подождите. Перед этим, да, закрыть. Да, не туда я поехал. Подождите. Новые. Купить простую отмычку. Подожди. Я не туда поехал. Мне надо сначала домой, потому что, может быть, что-то кастрюли нужны, понимаете? Что-то еще. Давайте посмотрим. Может, мы можем что-то купить, продать. Кубок. Запчасти. Вот, чайник, видите, чайник продали. Вот. Так, отмычку, да? Отмычка, 70 баксов. Требуется взлом замков. Второй уровень. В смысле? А, серый это то, что я могу купить. Ну, ладно. Так, купить простая отмычка. А сколько мы можем покупать? Давайте 4 отмычки купим. Пока ты не вляпался в неприятность, попробуй взломать тренировочный замок. Я оставил ее в гараже. Так, это хорошо, то, что его оставил в гараже. Подожди, заметки, игра, предметы. Старый тостер. Ага, простая отмычка. А, быстрый слот нельзя, да? Ну ладно. Так, давай посмотрим. Вам нужно подобрать заколдой правильный угол, а затем повернуть замок. Чем ближе заколка к правильному углу, тем чем дальше повернется замок. А, это по системе Скайрима, что ли? А, это по системе Скайрима. А, все понятно. Все сделано. У тебя все шикарно получается с тем старым телеком в пустом доме. Но для настоящего дела надо ходить в разведку. Будь у 111 к 7 утра и наблюдай. Отправляйся на Гринвуд 111 к 7 и отметьте жильца. Мышь 3. Подожди, мне надо в ломбард. Подожди. Нам надо в ломбард продать кастрюлю. Нужно в ломбард продать кастрюли. Да-да-да, здрасте. Фига себе, как дешево уберет. То есть лучше сначала ехать домой, смотреть занятия жильцов. Находясь достаточно близко к жильцу, вы можете отметить его, чтобы узнать о его повседневной занятии. Ага, аут-аут, понятно. Так, 7 утра... К 7 или после 7. К 7 утра. А время сколько? 15. Давайте поспим до 5. 5 до 5. И поедем на 111. Поедем там, посмотрим, что там сейчас происходит. Так, давай улица Гринвью. 111, хорошо. Я, как понимаю, взламывать любой, да, дом могу? Видимо. Мы все время в одно и то же место ездим. Здравствуйте, молодой человек. А вы как бы гуляете, да? У вас пробежечка утренняя в 5 часов или на работу? Наверное, на работу. Какой интересный молодой человек. Здрасте, идите. Что, я у вас вызвал подозрение какое-то? Отметка. Повседневная чего? Гостиная. 2, сад, 1. Сад. А, то есть в гостиной есть и в саду. Отправитесь на гривен к 7 и отметьте жильца. А, они уходят. Так, там есть одна коробка. Выжди, пока все уйдут, и принеси мне ее. Внутри находится коробка с важным содержимым. Дождитесь момента, когда никого не будет дома, украдите коробку с важным содержимым 111. Ага.
Сон на стоянке. Сон на стоянке позволяет коротать время. А. Ну, пойдемте. Пойдемте, поспим прямо на дороге. А как нам поспать? Взаимодействие. А, хранилище. То есть я могу сюда, если что, сбросить, да? То есть если до хрена всего будет. А как спать-то? Подождите. Взаимодействие, это хорошо, хранилище. А как нам поспать? Нам же, как сказали, можно поспать на стоянке. А, на стоянке, наверное. Имеется в виду на стоянке, да, наверное? Вот здесь, наверное. Спать в машине. Давай до 9 поспим. Он ушел? Хм, непонятно. Сейчас посмотрим. Тра-та-та-тра-та-там. Мы идем с тобой, кота. Какие все подозрительные. Он дома, нет? Мужчина, вы дома или нет? Ну, вообще, как бы, вроде бы... Ну, он должен был уйти. Логично. Конечно, хреново открывается. Так, подождите. Сейчас я вас грабану. Опа, радио. Радио нам там нужно было. Блин, телевизор, конечно, хорошо. Телевизор, конечно, ребят, замечательный. Я застрял. Подозрительная коробка. Так, мне надо этот телевизор забрать. Мне нужно забрать телевизор. Я украл, в принципе, коробку, но телевизор я не могу оставить. Это классика. Это нужно забрать. Классический телевизор. Машин какие-то. Что за машины? Тут никогда никаких машин не было. У нас здесь тихий этот уголок. Как его? Тихий мир. Все, поехали. Все, насрать. Задание выполнено, поехали. Никто ничего не видел. Никто ничего не видел, никто ничего не подозревает. Свидание. Все сделано профессионально. Максимум профессионализма. Дом. Все, я все сделал. Вот. Все, давайте на этом закончим, я думаю. Скрытность максимальная, ребят. Ну, это профессионал. Не забывайте тратить использованные очки, да. Отправьте коробку через BlackPay какой-то. Где-то здесь, что ли? Через компьютер? А, радио продадим. Другое. Подозрительная коробка, да. Антиквариат. Лунный щит, бронзовый кинжал. Ни хрена себе здесь стоит. Древняя египетская шкатулка. Шкатулка Сехмета. Сехмета. Охренеть. Римская лампа. Охренеть. То есть я тостер, это как бы это, по мелочи, да?
А что это значит простая отмычка и отмычка? Как бы... Отмычка. Она получше, что ли? Так, информацию можно по домам купить. А мы что, все как бы или что? Задание дашь еще? Ломбард считают, ломбарди считают, что их другу на Гринвью 101 не помешало бы новое окно. Но вот сам друг так не думает. Докажи, что новое окно — дело нужное. Разбейте окна в 112-м, затем... Что-то сделать. Спрячьтесь или убегите. А я должен днем это делать или что? А я все продал, там больше ничего не надо. Я там что-то же украл еще. Что-то же я украл. Так, поехали в ломбард. Продадимся. Ломбард. Так, дом 112, да, какой там? 112. Да, здорово. 40 телевизор, неплохо. 40 телевизор. Так, а где у нас контрольный сейф-то будет? Как это, я пойму, что... Как я пойму, что у меня контрольный сейф-то произошел? Мне как бы надо серию закончить. Контрольный где-то должен быть. Ладно, я думаю, что был где-то. 112-й мы поедем с тобой уже в следующей серии. А, навык уровня... Ага, это мы не можем, да? Нет, мы не можем, надо все по очереди изучать. Вот. О, больше места в рюкзаке. Вот это нам надо, кстати. Места в рюкзаке больше. Стеклорез. Это нам надо будет. Вот, ладно. Загрузить контрольную точку. Сменить профиль. Нет. Выйти из игры. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.